Так, у нас тут, короче, Ярик говорит, то, что он будет почаще выезжать. Я вот так сразу в начале влога, короче. Что ты думаешь? Подогнать ему футболку Барби Никс? Что ты думаешь, а? Как решат подписчики. Как решат подписчики? Ну что, друзья, подгоним футболочку мою фирменную. Кстати, такую же вы можете заказать у меня в магазине. Так что подписывайтесь, где-то вот здесь будет ссылочка на Барби Никс. Зайдете, посмотрите. Там есть размерная сетка, и вы можете легко определить, какой размер вам нужен. Так что заходите, смотрите, покупайте, тем более на них сейчас действуют скидки. Я надеюсь, Ярик поедет в парк, потому что если он не поедет, он останется без футболки. Да. А ты будешь ехать в парк? Да? А, давайте, может, уже будем гнать. Конечно, будем уже гнать, потому что пока не потемнело, мне еще и надо Ярику футбол подарить. Скажи ему, типа, что будет подарок на день рождения. Правда, у него день рождения в октябре. Ну, то такое. Ярик, у тебя днюшка в октябре? 28-го, че, когда? 20-го? Ну, что-то я чуть-чуть ошибся, но то такое. Короче, не важно. Так, я заехал домой. Сейчас я возьму Ярику футболку. Вроде бы эльки там еще были. Так, свет включу. Думаю, он будет приятно удивлен. Так, 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 так. Тут у меня кепки. Всякие кепки на продажу. Потому что деньги надо всегда. Так. Футболки, футболки, футболки. Сейчас выберу для него эльку. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Это всего лишь малая часть футболок. Так, вот она, элька. Да, и там еще одна последняя остается элька. Все, Ярику футболку взял, сейчас я ему ее подарю. Еще надо будет как-то нести ее так за спиной, типа, чтобы он не увидел. Фух, я тебе говорил, короче, просрался, ёпта. Короче, народ, никогда не ешьте мороженое, о, блин, перед этим, перед супом. Потому что меня дома ждал не очень-то приятный сюрприз. Погнали на свет, я тебе подгон сделаю, свой фирменный подгончик. Аккуратно, не перецепись. Короче, бро, я тебе футболочку тут приготовил. О, я взял эльку. Спасибо. Все, я. Короче, думаю, может, померяешь там или даже. Или. Да сейчас. О, давай. У нас вот следующий день уже после вчерашней катки. Вчера уже было темно и ничего не снимало. Сегодня вот приехал. К нам даже присоединился Crazy Dan. У него обновки. Да, Crazy Dan-чик. Деня, покажи покрышки свои. Покажи свои покрышки. Это BSD Donna Street. И что ты скажешь, как тебе? Хорошие покрышки, 2.4, держит. А, нисколько, нет? Нормально, да? Пищат? Да. Потому что это самый главный вопрос, когда спрашивают, пищат, не пищат. Да, прям жестко пищат. А, но это ж новое, правильно? Ты с магазина заказывал? Да, о, четко. И почем они вышли? 1200 чем-то. Одна. Ого, нормально так. А то я смотрел цены, когда они еще были 1000 с чем-то стоили, а сейчас Деня говорит 1200 с чем-то. Я не помню сейчас. Ого. Вроде бы примерно. Ну смотрите, байк сейчас вот так вот выглядит. Да. Мне, кстати, нравится. У тебя и покрышки серые, бок черный и обода еще такие интересные. У тебя сейчас байк лучше вообще смотрится, чем все те года, понял? Реально, кстати. Собирал. Грипсы только поменять тебе надо еще. Это ВТП, не берите такую модель из банки. Да, такие не берите, потому что они, вот видите, им хана, короче. Да, еще пусть новая обновочка, бренду подогнали. Одну бренду подогнали? Да. Это что, армур? Это Stolen. А, это Stolen? Это еще старая. Ну, потому что я таких не видел просто. Это. Как катка идет? Все нормально. Катаюсь.
Наверное, подустал уже, да? Ну да, жарко сегодня. Сегодня катал или ты его только когда приехал, ты только выехал? Да, я только когда приехал. Короче, друзья, мы сегодня накатались, напрыгались. Я поделал сегодня, решил вспомнить, как раньше, трак в квотере. И вспомнил еще трак в скат. Давайте вставлю кадры и посмотрите. Все, посмотрели, отлично. А мы, наверное, будем ехать сейчас в стрит. Или, не знаю, или тут-то посидим, надо будет еще водички купить, потому что сушит. Кстати, и вы тоже не забывайте пить там 2-3 литра воды в день, потому что сейчас жарко, нужно пополнять водный баланс, поддерживать. Да, у нас тут вообще открытое место, то есть днем в скейт-парке вообще не покататься, из-за чего я приезжаю вечером. И тут все собираются. Днем-то тут никого нету практически. А вечером вот такая вот атмосфера. Смотрите, сколько человек. Полный скейт-парк народа. И когда едешь что-то делать, реально стрёмно, чтобы никого не зацепить. Хочешь что-то делать, приходится ждать долго, типа пока кого-то пропустишь. Потом все кричат, все едут, кто-то без очереди едет. Что, вроде бы никому не мешает байк. А тут у нас Артём. Сегодня заезжали они ко мне с Димоном. Мы Артёму доставили спицы на заднее колесо, на переднее колесо. Ну, на переднем колесе, когда уже Артём подкачал покрышку, поставил на байк. Короче, я брал, подкручивал колесо, типа, и у меня просто спица сломалась пополам, уже когда мы все сделали. Так что такое, Артём еще покрышки отмыл. Они прям белоснежные были, пока он не переехал в скейт-парк. Так что, вот так. Ну что, как вам сегодняшний денек? Денек очень шик, особенно в Эрнесте в данную минуту. Короче, для меня открытие в этом году, это вот такие вот штаны, если по одежде, типа Dry Fit, Nike. Типа в них очень-очень легко, друзья, и ноги вообще практически не потеют, если вы катаетесь в защите. И это очень огромный плюс, потому что у меня было так годами, то что я выезжаю, и у меня максимально очень жарко в защите, ноги потеют, штаны полностью мокрые, это все выматывает. А вот этих вот штанцах вообще, я вам говорю, и мотня вот такая, типа, и очень легко в них они проветриваются, карманы на замках, блин, сеточки внутри. Короче, штаны максимально лайтовые, и, в общем, всем, кому нравится такая форма штанов, типа, зауженные вот такие, вот еще внизу они вот на замках. Ну, реально, возьмите себе на заметку, очень легкие штаны, типа, вообще класс, классно. Тут, значит, я приехал домой, снял футболку, смотрю, у меня на футболке, вот вечно я в шотах как въеду, честное слово. Смотрите, вот такие вот розовые пятна. Хрен знает, куда я мог въехать, не знаю, короче, надеюсь, то, что они выведутся. Ну это такое, типа белая футболка на катку, понятно то, что засырается, просто бренд один из таких любимых Этниас, ну, не такой любимый, как Барби и Микс, конечно. Вы, друзья, тоже можете взять еще заказать себе футболочки, их осталось очень мало, размеры L-ки и M-ки есть, так что берите, заказывайте. А я сейчас думаю, проедусь в парк, правда темно, не знаю, засниму там что-то или нет, или на этом влог закончится на сегодня. А завтра продолжим, друзья. В общем, я стараюсь, снимаю видео. Надеюсь, то, что будет хорошая у нас погода, и мы заснимем еще больше для вас крутых выпусков. А пока что я вот одеваюсь и буду гнать сейчас в Night Ride. Так что, друзья, погнали!